Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства конфликта в Махачкале. Напомним, накануне вечером на пересечении улиц Каркмасова и Гамида Долгатова произошла массовая драка. На место прибыли наряды полиции. По предварительным данным, произошла перепалка между местным жителем и работником подрядной организации. Она переросла в конфликт, в котором приняли участие примерно 40 человек. Чтобы остановить агрессивных нарушителей порядка, полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. В результате применения оружия никто не пострадал. 7 участников инцидента задержаны и доставлены в отдел полиции. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.